Добрый всем день. И это я, волонтер Наталья. Помощь бездомным животным города Ефремова. Как я ранее рассказывала, уже почти 7 лет я занимаюсь помощью бездомным животным в городе Ефремове. Раньше мои собачки находились на территории ветеринарной станции на улице Новика. Жили в вольерах, но так как там начался ремонт, я с помощью волонтеров купила небольшой домик. И мы теперь с собачками живем здесь. На данный момент это Марта. Это Снежок. Гера. Ее детишки, малышка. На данный момент мы погуляли. 2 часа побегали. Половили клещей, да, Найдочка? И теперь все покушали. Снежа у нас заболел пироплазмозом, только что уколола зайца своего. Да, завтра все пройдет, мой зайка, все пройдет. Как я говорила ранее, клещей у нас тут, конечно, тьма. Кому-то я. Это Гаюшка, это Дася. Кому-то я купила уже ошейники, но это в первую очередь тем собакам, которые у меня проживают территориально на улице в будочках. Так, не ругаемся. Это Витюшка у меня. На моем попечении находится на данный момент. Было 46 собак. Один щенок-подросток у меня умерла от пироплазмоза. Щенок был дикий. Я их забирала в январе месяце, так как у них умер хозяин. Вчера у меня забрали одного щеночка. Малыша. Сегодня я повезу в Архангельское. За свои деньги, за свой счет, мой бензин, повезу Бетховена. Оказывается, у нас уже вышла газетка на устройство наших собак. Газета у нас местная, панорама красивого Мечья, и нас вместе с собачками раз в месяц, как и прежде, будут печатать. Это детишки, их было 5, осталось 4. Мальчика назвали Рекс. Еще одного щенка рыженького сегодня у меня забрали в Лобаново. Назвали, не помню как. Это у меня Баламут. Я обращаюсь ко всем, кто будет смотреть данный ролик. Хочу сказать вам, что в своем городе я являюсь именно волонтером. Не работником, я волонтер, который вкладывает свои средства на бензин, и который собирает собак, попавших в тяжелой жизненной ситуации. Многих собак в городе я вожу сама, стерилизую, чипую, таким образом спасая их. И хочу напомнить всем вам, дорогие мои уважаемые друзья, гости, подписчики, будущие люди, кто будет смотреть этот ролик, мы не спонсируемся государством. Мы живем и выживаем только за счет средств людей. Неравнодушных людей, которым не безразлична судьба бездомных животных. Очень бы хотелось сказать, что... Да, обращаясь к вам, хочу сказать, что сейчас все очень тяжело. Тяжело в плане того, что на мне еще есть собачка-инвалид Джуля. Джуля у меня 3-й спинальник в этом городе. И получается что? Что из-за нехватки финансовых средств сейчас я езжу к собакам через день. Конечно, это неправильно, но у меня нет других вариантов, потому что мы с нашими питомцами еле выживаем. И хочу еще раз обратиться к вам, люди. Эти собаки, все собаки, да, которые находятся в данный момент у меня, они... попали ко мне не потому, что я так захотела, а потому, что вы всегда просите меня о помощи. Спасти, забрать собачек. Так и будьте со мной, оставайтесь с нами, помогайте. Каждый ваш рубль, вы знаете, да? Каждая ваша копеечка идет в счет фонда помощи бездомным животным. Мой контактный телефон 8 902
916-10. Моя группа находится в Одноклассниках, в которой более 2000 подписчиков, но вы сидите там для чего? Еще раз повторюсь. Зачем вы принимаете приглашение? Потому что помогают в группе мне единицы. Хочу сказать огромное спасибо всем тем людям, которые нас не бросают и не забывают, с помощью которых мы живем и выживаем. Ну вот, также моя группа находится ВКонтакте. Моя группа называется «Помощь бездомным животным города Ефремов. Твори добро». Творите добро, и оно обязательно встроится и к вам вернется. Мы люди, и мы должны понимать, что только мы можем помочь этим беззащитным существам жить, выживать в этом страшном злом мире. Номер карты 42. 76, 66, 20, 17, 47, 08, 65. Карта на имя Мария Владиславовна С. Будем рады любой помощи. Спасибо огромное всем. Приятного вам просмотра.